Первый. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 216. Если человек лицемерит по вере, то значит ли это, что он хулит Духа Святаго? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Лицемерие противно и Богу, и людям. Иов 8.13. Цитата. «Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет». Иов 13.10, 16, 17, 8. Цитата. «Строго накажет он вас, хотя вы и скрытно лицемерите, и это уже в оправдании мне, потому что лицемер не пойдет пред лице его. Изумят совсем праведные и невинные, вознегодуют на лицемера». Иов 25, 27, 8. Цитата. «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно, ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его?» Иов 34, 30, 36, 13. Цитата. «Чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа, но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы». Псалом 34, 16. Цитата. «С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими». Притчи 11, 9. Цитата. «Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются». Сирахов 1, 29. Цитата. «Не лицемерь пред устами других и будь внимателен к устам твоим». Сирахов 32, 17. Цитата. «Ищущий закона насытится им, а лицемер приткнется в нем». Иеремия 23, 11. Цитата. «Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь». Матфея 6, 2, 5. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Матфея 6, 16. Цитата. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Матфея 7, 5. Цитата. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Галатам 2, 13. Цитата. «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». 1 Петра 2, 1. Цитата. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Лицемерие – это оскорбление Духа Святаго в звании христианина, непрерывная ложь, подделка фальшивых денег, но это не хула на Духа Святаго, ибо таким еще есть возможность исправляться и раскаяться. Не случайно бытовало мнение у иудеев, что если в мире существует 10 частей лицемерия, то 9 из них находятся в Иерусалиме. Для лицемеров самое лучшее лекарство – познакомиться с глубоко верующим человеком, искренним, смелым, который, невзирая на лица, всегда говорит правду, как пророк Михей, сын Иемвлая. 3 Царств 22, 8 и с 13 по 14 стихи. Цитата. «И сказал царь Израильский Иоасафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемлая. И сказал Иосафат: не говори, царь, так. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно словом каждого из них. Изреки и ты доброе. И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь.